хоть весь день можно снимать. Ну, может, когда-то увидим сами себе. Холодно, голодно, что еще сказать? Никаких условий для жизни нет. Неделями хлеб не дают, сигареты не выдают, каши бывают, соляркой дают. Ну, надо сказать, что на новое место приезжаем. В таких условиях. Давай, супер. Баланда. Ну, что делаем? Ты должен ходить чистый, подшитый, а воду неделями не возят. Это не знаешь, воду привезут, не знаешь. Или умыться, или котелок помыть, чтобы потом было есть из чистого чего. Я надеюсь, можно там столом заснять обстоятельства, которые находятся, да, вы уже подписали, да, у вас? Пол Сергей, держи! Пол Сергей, нормально, Пол Сергей! Так, меня отсыпь, пожалуйста. Ребят, чуть палочку к себе, а? К себе, к себе. Большой дорогой. Отставка министра обороны Грачева. Уважаемый президент, мы обращаемся к вам как гаранту законности. We want our president, Russian president, to throw away our defense minister Pavel Grachev, because he is a bloody criminal. Нам важно, чтобы после отставки Грачева, которая практически предрешена.